Киноконцертный зал «Пенза» наполнился настоящей историей. 76 лет назад ее творили ветераны Великой Отечественной и труженики тыла. Сегодня они вместе с детьми войны делятся своими воспоминаниями о том времени с подрастающим поколением. Одна мама на строе, вот она и работать, и за нами ухаживать, и все, а мы мало-мало меньше. Поэтому мне пришлось вот с такого возраста уже на огороде работать, сорнячки пропалывать, а потом уже коса. А дома война была, а дома все равно старались коровы иметь. Без коровы было жить на селе очень трудно. Концерт для каждого из тех, кто ковал победу. Возможность встретиться со своими боевыми товарищами и друзьями. Для гостей в киноконцертном зале организовали несколько интерактивных зон, основной темой которых стала, конечно же, Великая Отечественная война. Каждый с нетерпением, каждая семья с нетерпением ждала такой треугольничек, весточку. Такие письма, конечно, шли долго. Конвертов настоящих не было, поэтому просто из листка бумаги придумали складывать такие треугольнички. И как раз все, когда видели такой треугольничек, понимали, что это весточка от родного человека, близкого, что он жив. Ветеранов сегодня поздравить спешат многие жители освобожденной ими страны. Со словами благодарности к ним обратился и временно исполняющий обязанности губернатора Пензенской области Олег Мельниченко. Если бы наши предки не встали на защиту Родины, не бились бы за нее до последнего вздоха, нас просто не было бы. Мы не вправе забывать о подвиге наших дедов. Им, поколению победителей, принадлежит главная роль в уничтожении фашизма. Они освободили не только родную землю, но и страны Европы. По традиции для гостей праздника подготовили насыщенную программу с участием лучших творческих коллективов региона.